Варя ответит: звонок. А звонок? Что, я вернулась. Сейчас. Ребята, что здесь происходит? Я хочу что-то найти. Варя, пошли. Что происходит? Объясни. У них какие-то происходят. Варя, я не знаю, что происходит. Я знаю, ладно, ребят. Короче, Варя, я тебе перезвоню. Иди. Давай. Ой. Ребят, что это было? Ой, Паша звонит. Пашка, ответь. О, так, ребят, привет. Да, Паш, мы через тебя, кстати, перезашли игру, потому что она у нас забагала. И, кстати, вы видели, я вам написал? Привет, ребята. Да, мы видели. Мы уже твой скин разглядели, мы уже твою маску разглядели. Понятно. Кстати, смотри, кого я крутой, у меня еще цепочка. Да, мы про нее и говорили с ребятами еще. Ладно, я пойду руки подкачаю. Перекачаю. О, у меня прям прекрасное тело появилось. Ребят, посмотрите. А я скачаю, потому что они у меня слабые. Понятно. Так, ребят, берем. Кстати, Паш, когда у меня процент телефон садился, на самом деле я успела переразродиться еще раз. Вот поэтому я такая маленькая. Все, ребят, я на авторежиме. Давайте будем смотреть за Пашей. Короче, я сейчас буду очень долго убивать босса, чтобы стать маленьким. Но я с него клейка, наверное, больше не стану. Понятно. Так, ребят, что мы будем делать? Так, я тут качаю. Кстати, Паша, когда мы с тобой еще не созванивались сейчас, вот как сейчас, я отошла на минуту, то за телефоном, и сказала ребятам, чтобы они с тобой поговорили. Я реально такого не ожидал, я думаю, Варя просто зашла поиграть. Ну, конечно, нет, мне надо же ребятам сказать, что я скин поменял, умаливали меня кто-то, кстати, не знаю. Ребят, зайдите на мой канал и посмотрите мои шоты. И вы узнаете, сколько у меня там этих, как робоксов. Да, ребят, там, да. Там такая музыка, типа, потеряли пацана, он больше не берет. Он больше не прибежит, никого его не найдет. Потеряли пацана. Она его забрала, она его не вернет, потеряли пацана. Да, ребят, если что, Паша называется канал Паша Бедарев. Я там тоже раскрывал свое лицо. О, у меня руки стали большие, ребята, посмотрите. Ребят, как вам мои вуз? Ну, в реальной жизни они у меня не такие. Ну, у меня чуть-чуть. Так, они тоже маленькие, я не так сильно тренируюсь. Паша, я ты хотя бы посмотрел, как я выгляжу. А, ну да, ты смотрел мой скин. Посмотри, что с моими руками. А как мои руки? Ребят, смотрите, какой у меня скин, еще раз присмотрите. Да, ребят, посмотрите, у него кто-то еще на плече сидит, еще как... вот эта маска, цепочка, это вот эта. Слышь ты, давайте придумаем ему название. Его название. Я его не знаю, как назвать. Я типа с ним буду общаться, типа это мой друг. Понятно. Я с ним общаться. Ладно, я пойду ноги подкачаю, а то это у меня руки уже все. О, может его Олег назвать? Олег? А может Фликер? Фликер. Давайте Фликер, реально. Ну, правда, Фликер это у нас пока XD так громко нам называется. Фликер это один такой черный маг. Ну, давайте Фликер. Фликер, поздоровайся с ребятами. Он строгим голосом разговаривает. Привет, ребята. Подписчики канала Вари.
Ты можешь как-нибудь помочь? Давайте придумаем какое-то другое название, а то я это... Фликер. Путаю всегда. Флайкер. Фликер. Админ, Нинда. Почему? Может, ты его Шок назвать? Как? Шок. Шок? Может быть, Шок, да, Шок. Может, Шок. Ладно, ребят, я, короче, подкачался немного. Пойду тело качать. А то я слабый тело. А, понятно, я ноги качаю. То... Она его забрала. Ребят, посмотрите, какая у меня форма красивая. Я как красивая. Ребят, Паш там с ума сходит. Ай, я что ударился? Ребят, мне кажется, Паша такой бешеный, потому что не верит, что он тебе, что он купил эту маску, потому что он такую маску всегда хотел. Что, короче? Знаете, сколько я эти волосы купил? За сколько? Подумай. За 70 робоксов. Меньше. 50 робоксов. Еще меньше. 15 робоксов. Меньше. А сколько тогда? 5 робоксов. 5? Да, я эти волосы за 5 робоксов купил. А есть такие волосы за 2 робокса. Я их тоже купил. Сколько у тебя робоксов осталось? 11 на моем канале. У меня 2 робокса осталось, потому что я их потратила на юбку. А юбку 70 стоит. 70. Я буду 5 дней ждать. Ну что, качаешься? Да, смотри, я ноги качаю. Я 11 штук этих красных тащу. 11. Ребят, ну как вам, если что, мы скид оцените от одного до 100. Я бы поставил 100 из 100. Ребят, пишите в комментариях, какой костюм вам нравится, мой или Пашин, либо оба пишите, если вам оба нравятся скина. Мне он свой, ребят, это не так, это просто по этой игре он у меня не такой красивый. А если другой, тогда не красивый. Я 11 штук. Я вот этих самых больших штук красных, я 11 тащу. 11 штук. Что? Ну как, подкачался? Да, Паша, подкачался. Смотрите, какой он качок нашел. Мой шок. Классный. Короче, Варя, у тебя только 1 миллион, у меня 10. Давай, качайся. Я качаюсь. Сейчас качайся. Молодец. Я пока тут это подкачаюсь, ладно. Так, ребята, давайте подкачаемся. Ножки, давайте, работайте. Блин, когда у меня ножки увеличатся, а? Я уже устала. Они у меня еще до сих пор не увеличились. Они были тонкие, увеличились, а больше не хотят. Ой! Паш, посмотри, что с моими ногами. Смотри, мои ноги увеличились. А посмотри на мои ноги. У меня они... У тебя потоньше, чем у меня они потолще. Конечно, потому что у тебя этот костюм толстый. А, костюм толстый. Ребят, смотрите, я вот эти штуки легко дотащу, смотрите. А сколько у тебя ног, Варя? Сколько у тебя ног? Ну, у меня 2 ноги. И ты имеешь сколько штанов? Сверху. А, сверху у меня 5, 1, 9, 6, 3, 0. А у меня 2 миллиона. Это больше, чем твои ноги. Я пойду сделать тело побольше.
Но я не знаю, правда, зачем. Я тело качаю, если что. Блин, я одной рукой занимаюсь. Можно сказать, почти одной рукой, потому что, ребят, посмотрите, как я вообще... Ребят, смотрите, какая у меня гантелька. О, большая. Маленькая. Ну да, маленькая такая она. Какая-то нет. Да блин, чё у меня так много? Сколько у меня, конечно, котов? Я кому-нибудь трейдер... Блин, тут трейдер нету. Блин, я хочу, если бы у меня были трейдеры, я бы Варе просто столько бы пэтов дал. Я бы Варе пэтов со второй локации дал. И она бы быстро скачалась. Понятно. Кстати, ребят, посмотрите на моих пэтах. Посмотрите, у меня рыбка и два вот таких. Но на самом деле у меня их у меня их уже не знаю сколько. У меня таких 1, 2, 3, 4. 4 плюс 2. 6. У меня уже 6 таких. Так, сейчас посмотрю, какие у меня лучшие. Вот эти, отлично. Чё? Ну что, ребят? Готовы? К чему? Давайте, ребят, смотрим на Пашу. Ой, куда он делся? Он вышел из игры, что ли? Нет, я босса убиваю. А, понятно. Так, ребят, давайте чуть-чуть осталось. Так, давайте. Давайте, ребят, чуть-чуть осталось. Ура, ребят, у нас 4. На 4 теперь. Вот, ребят. Паш, нам уже сейчас прощаться пора. Давай попрощаемся уже с ребятами. Давай. Вставай ко мне вот сюда. О, давай вот здесь, прям на этом фончике. Давай, повернись только вот сюда, вставай. Итак, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Ребят, я маленький. Да мы видим тебя! Не отключайся. Всем пока-пока! Вжух!